Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим с вами наименьший общий делитель. Итак, предположим, нам нужно найти нод из чисел 8 и 12. Мы с вами будем брать маленькие числа. Почему? Потому что нам нужно научиться, а не отработать до конца. Итак, 8. Разложим 8 на множители. 8 делится на 2. Это число четное. 4. Еще раз на 2. 2. И последнее. На 2 получаем 1. 12. Тоже разложим на множители. 12 делится на 2. Получаем 6. 6 делится на 2. Получаем 3. И 3 мы можем поделить только на 3. Получаем 1. Теперь мы с вами распишем разложение этих чисел. Итак, 8 равняется 2 на 2 на 2. 12 равняется 2 на 2 на 3. А теперь обратите внимание, я буду зачеркивать числа одинаковые и вверху, и внизу. По одной двойке. Еще по одной двойке. Все, больше одинаковых нет. Так вот, то, что зачеркнуто в одной строке у одного числа, и будет нашим наибольшим общим делителем. Итак, зачеркнули мы в первой строке 2 умножить на 2. Дважды 2 – 4. Рассмотрим еще один пример для того, кто не понял. Итак, предположим, нужно найти нод чисел 25 и 35. Еще раз, я нарочно беру маленькие числа для того, чтобы вы легче поняли. Итак, 25 оканчивается пятеркой, поэтому делится на 5. Получаем 5. Опять делим на 5, получаем 1. 35, мы видим, тоже хорошо делится на 5. Поделили 7, получаем 1. Далее записываем разложение. 25 – это 5 умножить на 5. 35 – это 5 умножить на 7. Зачеркиваем одинаковые в верхней и нижней строке. Раз, два. Больше зачеркнуть нечего. Поэтому наибольшим общим делителем будет являться то число, которое имеется в первой строке, то есть пятерка.